так как бы вторую полосу как бы видишь, ну вот эту. Ну поехали. Осмотрелась зеркала, пропустила этого автобуса. Все, поехали. За регулируемым перекрестком выберешь место для разворота. Повтори. За регулируемым перекрестком разворот. Так, будешь тянуться к рулю, я буду ругаться. Что ты там пытаешься увидеть? Ты и так прекрасно все видишь. Надо перестраиваться. Ты где перекресток увидела? Ну, заранее. Заранее? Вот это большая ошибка. Если ты видишь, что ты не можешь перестроиться, найди сначала перекресток, проедь его, хорошо? А пока будем ехать, будет возможность перестроиться, а ты начинаешь заблаговременно уже переживать. Так нельзя. Нужно решать проблемы по мере их поступления. Уяснил? Также и на экзамене вот люди садятся, ребята, им сказали вот такую же команду. Они начинают зачем-то лезть там влево, там машины давить. Я потом спрашиваю, ты что хотела сделать? Перестроиться заранее. Ну ты же видишь, там нет возможности. У тебя еще куча возможностей впереди. Пожалуйста, делай. Здесь вот я вот увижу, почему. Тут скопление какое-то, да, автомобили, такое плотное движение. Значит, что-то впереди случилось. Явный, да? Неспроста, да? Соответственно, мы сейчас до этого доедем, до момента, когда ты увидишь проблему. Там нужно будет, перестроимся. Ну, могла пропустить его. Пропусти, пропусти. Человек не просто так перестраивается. Вот он решил, наверное, остановиться может. Может просто куда-то там направо поехать. Вот ты смотри, что автобус делает. Поехали. Не успел остановиться, уже включил поворотник. Вот как, да, вот в этой ситуации быть? Смотри, деревья пилят. Что-то тут не то. Не, ну я тебе серьезно говорю. Включай поворотник. Видишь черную машину в зеркало? Видела? Нет? А, нет. Газуй. В правый ряд уходи. А, ну ладно, мы едем, команду выполняем. Только разгоняй. Мало того, что ты проехала по сплошной, сейчас перестроилась. А команда у нас какая была? Ага. Поняла, да? Как бы ты идеально не выполнила бы это, вот этот сейчас маневр, который ты хочешь сделать. А команду-то мы не выполнили. Мы перекресток так и не нашли. Да? Да вот меня вот. Вот вы все так приходите. Стоять, красный горит. Куда ты? Повнимательней. Чуть-чуть. Если даже ты уже поняла, что ты не выполнила команду его. Ты уже не сдашь экзамен, ну доделай все достойно, да, чтобы инспектор хотя бы увидел, что ты грамотно все сделала, ну ошиблась, да, там не дослышала, не поняла его, да, забылась. Ну по части вождения ты сделала все идеально. Еще вперед протягивай, а не так, что мы раз руки опустили и все и прям хотим здесь выйти. Не надо, нет, доделай, как говорится, проигрывай достойно. Еще можешь вперед протянуть. Вот так вот. Потому что мы будем на разворот идти. Поглядываю в зеркало. У тебя светофор видно в зеркале?
Когда вот так поглядываем назад. Это для того, что он когда загорится, ребята остановятся, ага. И мы поедем. Вот только что черный джип не выезжает, непонятно. У него же ему же можно ехать. Крути руль. Поехали. Крути, 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 не бойся. Не бойся. Не бойся. Еще подтянись к нему. Выравнивай руль, выравнивай и стой.